бывший краевой власти, а теперь краевой суд. Будь я счастлив. Вот стоит твое ротащение памяти. Это мы в Барнауле находимся. Красивое здание. Город очень красивый. Смотрите, какие здания. Говорят, здесь 632 тысячи населения и 171 тысяча машин. По количеству машин на душу населения, или как на 100 человек, это где-то чуть ли не в десятку входит. А по торговым точкам, сколько много на душу населения, тоже десятку. А такие мощные предприятия были. Все позакрывали, торговые точки становились. Вот. Это я еду по Ленинскому проспекту, бывший московский. Старинные еще здания были. Один раз хотел показать. Топор. Город зеленый очень, озеленение большое. Вот оно как. Я эту сторону не буду трогать потом. Много высших учебных заведений. О, ну, госстрах. Бытовая техника. Близко приближать плохо очень. Ну, а так и вижу здания, машины идут. Итак, город такой небольшой, но чуть больше полмиллиона. И 171 тысяча с лишним машин. Так еще и не в Барнаульске сколько за день приезжает. Точное название, это не знает, что означает Барнаул. Считает бар. Яул, хороший аул. Будто бы по-алтайски. Здесь царские были рудники, богатейший край. Следующая серебро, золото. Площадь Советов. Я обратно буду ехать, с той стороны сниму. Вот так, тут такой же. Я живу, мост. Я уже не раз фотографировал. Большой мост. Три. Вот как сейчас вот это вот идет. Три ряда машин в одном направлении и в другом. Так на мосту. Это Мария Ра. Вот здесь. Это площадь гостиница. Советов. Центральная называется. А это вот краевая администрация. Вот. Краевая. Флаг там все это видать. Вот главный идол стоит. Никак его не... Следующая остановка. Я написал стихотворение. Стоит свой рот о щерь. По мёту птиц подставил голый щерь. Больше атеистов, сольнище и ут. А это вот здание дополнительное. К Алтайскому государственному университету. Тут главное здание на той стороне, да. Тут, ну, на той же стороне. Вот. Алтайский государственный университет. Я тут вел занятия много лет, а на этой стороне технический университет, я 18 лет там вел занятия. Очень хорошие отношения были с ректором, когда он умер, я узнал, как он, ну, еще, но нет, молились друг за него. Кинотеатр «Россия». Евстигнеев Владимир Васильевич. Ясно дело, что он доктор, что он прочее. Студенты, профессора рядом, он меня увидит, подойдет, обнимет, поцелует и поклонится. И говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Вообще. То есть, сохранились фотографии. Да, все хорошо. Мэр города, тут тоже Владимир, как-то маленький материал поставил. 40 Владимиров вокруг меня. 40. Даже больше, ну, такие, которые Владимиры все.
этот Владимир пойдет на его место Владимир Николаевич. И этот тоже Владимир Николаевич. Следующая остановка Аптека. Строевой администрации. Тюрьмы начальник Владимир Николаевич. Повторяю, что город очень красивый. Видите, сколько деревьев. Магазин главный, обувь, магазинов очень много. Вот это главная улица, которая трамвай разворачивается, вот они стоят. Цветы здесь, все будет цветить. Это клумбы такие огромные. И уже засадили. Вот он заворачивается. Считалось Золотухину Валерию Сергеевичу, молодежный театр Алтая. Ну, умер. Тут другие, какие огромные здания. Вообще. Аптека. Под шпилем называется. Вот шпиль какой. Здесь Марк Иосифович. Жил здесь Юдалевич, фамилия. Старейший поэт. Еврей. Хороший он человек. Близкие отношения были с ним, я ему свои стихи приносил. Он только одно удивлялся, почему не печатаете. У него вышло столько книг, он старый поэт. И как-то сказал мне, вот у меня ни одного такого стихотворения не надо найти темы. Темы все божественные. И я не поэт, хотя и называют так. Вот это мы едем сейчас по проспекту строителей. Правильно, вот сейчас называется так. Меняю кое-что. Проспект строительный. На той стороне железной дороги, вторая строительная, там наша квартира. У нас 6 лет раз жили. Вот она как. Это трамвайная линия рядом лежит. Сторону уже не поворачиваю. Видно, с этой стороны снять. Видишь, как трамвай. Следующая остановка. Город красивый. Площадь Победы. Конечная. Те годы было, когда тут тюрьма расстреливали, подряд монастырь застреляли здесь. Я там был сотрудничал с тюрьмой 17 лет. Помогал бесплатно. Выступал в режиме, проповеди говорил. Это мы подъехали уже практически к вокзалу железнодорожному. Сейчас делаем выезд. Ну, сейчас я зачем буду выходить. Дядя на фронт пришел. Вот тут мы сходим.